Это бывает. Просто, видимо, наш бараш сомнамбула. Кто? Лунатик. Когда бывает полная луна, лунатики ходят во сне и вытворяют разные штуки. Это не страшно. Да, не страшно. А если он разобьется или дом подожжет? Твой. А, что? Нет. Ну, вообще-то лунатиков можно вылечить. Да. Так, где это? Вот. Так. Вот. Надо спрятать от него луну. Только ни в коем случае не разбудите его, а то он упадет и разобьется. Спрятать луну? Ты чего так рано? Смена через час. Мне приснился кошмар. Мне приснилось, что лосяша бурей унесло далеко-далеко. И что он там бродит среди незнакомых животных. И никто не знает, что с ним делать. А ведь такое может произойти и на самом деле. Что же нам делать? Можно сделать такой браслетик, на котором будет написано, кто такой лосяш и куда его вернуть при нахождении, и прочно закрепить на лосяше. Ну, чтоб не слетел. Если на этот браслетик поместить радиомаяк, то мы будем всегда знать, где находится лосяш, и понапрасну не волноваться. Феноменально. Ладно, поехали домой, а то я уже есть хочу. Куда тут надо тыкать-то? Сюда, что ли? Найн! Нет! Ой. В шоколаде. Ой, Вера,